ребята, сегодня мы в центрах на Лётнопродукты. Значит, в корзинку попало 5 баночек вот этих прекрасных оливок по 99 центов. Не знаю, рассказывал вам я или нет, но как-то в Беларуси мы не очень ели оливки. И, в общем, у нас это был такой, ну, праздничный, скажем, ингредиент, как и в большинстве белорусских семей, для праздничного стола покупают оливки. То есть, ну, как-то по праздникам, я не знаю. Ну, в общем, мы их не кушали там, да? Здесь мы на них так подсели, что, в общем-то, ну, салат без оливок не обходится ни один. И практически мы кушаем их каждый день. Вот такие дела, да? Что у нас следующее идет? Следующее у нас пошли вот такие вот огурчики. Одни огурчики, в смысле, один пакетик, 3 огурца. Они стоят $1.99. Вес у них получается, наверное, паунд. Маришка, паунд, наверное, получается огурцы, да? Так, сейчас мы идем. Петрушки не взяли. Перчики не будешь брать? Идем дальше. Салаты. Этот самый шпинат. Хотим глянуть игрушки. Пойдем посмотрим игрушки. Да? Мы здесь покупали теннисные мячики. Сколько коробка из теннисных мячиков, зайка, стоила? Доллар? Да. Доллар? Или... Ну, в общем, теннисные мячи, которые стоят в спортивном магазине от, наверное, 5-6 долларов и выше за вакуумную упаковку из 3 мячей. Вы должны были видеть такие где-нибудь. Здесь мы покупали по доллару за упаковку. Мы хотим купить машину для тенниса, и поэтому мячиками уже закупились для этой машины. Что мы зацепили? А что это? Короче, Маришка купила какое-то средство за 99 центов. Вот это зелененькое, бирюзовое ты взяла, да? На влажные волосы перед тем, как сушить. Короче, какой-то... Типа маска для волос, типа, как это сказать? Ну, что-то укрепляющий крем какой-то. Тем более, что Маришка красится постоянно. Ей надо. Так, что мы еще взяли, покажи. Ватные диски. Ну, опять же, женские дела. Для макияжа. Так. 100 ватных дисков, 99 центов. Да, у нас у младшего, у Сашульки, немножко глазик загноился, и поэтому мы ему ромашкой промываем. Поэтому надо. Что сегодня за аншлаг здесь? Что тут случилось? Что за раздача слонов? Все что-то хватают. Зай, иди вперед, давай мне тачку. Просто иди вперед. Что-то тут сегодня, блин, дают такое. Это вообще, блин, как, я не знаю, чудо какое-то, блин. Я вижу, на коробках написано «Филадельфия», возможно, это сыр. Ну, просто, как я вам говорил, здесь продаются товары, те, которые в Walmart за упаковку стоят $10. Здесь будут стоить доллар. Поэтому народ прошаренный и, в общем-то, не тупит. Покупает нормальные вещи. Там сок, вот я вижу, люди брали тоже. Вот этот сок, который стоит в тачке. Минутмейт апельсиновый, он в Walmart стоит, ну, где-то порядка... От 3, наверное, долларов, я думаю, даже может 5. Вот здесь он будет стоить 99 центов. Поэтому народ как бы хапает это все. Что мы взяли? Ветчину вот такую вот. Мы взяли ветчину. Вот такую модную. Она стоит 99 центов. Вес паунд. В Walmart она стоит сколько? 7? Ну, 6 с хвостиком, 7. В общем. Смысл есть сэкономить $5.
Это всякие аксессуары для кухни. Тоже все по доллару. Сок не будем этот минут мейд брать? Там же тоже получается подруга. Да. Если описано, то можно взять. Сейчас еще, может, сок возьмем и дальше пойдем. Вот, кстати, пати можно оформить тоже в этом магазине. Купить всякие украшения для пати, пушки-хлопушки, стаканчики, салфетки. На стол, скатерть, ну, в общем, шарики, всякие прибамбасы. Нет, апельсинового сока нет. Свечек, давай возьмем свечки. Я ж не знаю, ты что свечки контролируешь. Можно взять 2 единички. Так, мы в воскресенье отмечаем Антошкин день рождения, для маленького, поэтому берем. Но... А мы 2 единички возьмем. Что значит для маленького? Ну, видно. Это мы... Ицепатин написано. Ну что, возьмем ему 2? Тут же не написано, что это на год. Угу. Конечно, берем 2 единички. Для нашего маленького, старшенького мальчика. Так, а шарики, наверное, у нас есть. Я не знаю, Зай, давай купим упаковку. Так, еще... Да, еще берем упаковку шариков, тоже доллар. Ну все. Такие модные тарелки. Классные. Смотрите, белая тарелка, она пластиковая получается или картонная, не могу понять. Такой серебристой окантовочкой вообще смотрится очень модно. Эта упаковочка тоже получается 99 центов. Ну что, двигаем дальше. Ну и все, там вот видите, все полностью вечеринку можно сделать, плюс открытки, приглашение можно, все это. Зайка, я еще в свой отдел зайду. Такие вот очень любят американцы штучки. Кстати, здесь написано фамилия, семья, home. Очень это стильненько, красивенько смотрится на стенах. Любят американцы наклеивать всякие рамочки, картиночки и прочая тема. В общем, как-то у нас сегодня спонтанный налет на магазин получился. Ну, запилили маленький видосик. Вот ушные палочки. 1000 палочек тоже доллар стоит. Здесь интересно, сколько они лишние. А, тоже 1000. Короче, вот видите, от 2 разных производителей. А, кстати, есть спички. 10 коробков. $1. Пишите, сколько стоят спички у вас. Можно вот такие спички взять побольше. А можно взять вот такие классные, вообще совсем большие. 40 штук. $1. Так, а я люблю ходить вот в этот отдельчик. Здесь всякие прибамбасы для машины. Для хозяйства. Ну и такие иногда мелочи всякие электронные, интересные попадают. Для велосипедов и вообще для дома. Вот смотрите, кстати, абсолютно простой трекер, который считает шаги, калории, пройденное расстояние, имеет часы. И вот его цена 2,99. В ассортименте масса цветов, расцветок и всякой ерунды. Есть такие вот классные весы электронные, которые используют ювелиры. Цена 3,99. В свое время в Беларуси, когда я делал себе какие-то ювелирные изделия, ювелир пользовался похожей штукой. Взвешивал мои драгметаллы. Окей, двигаем дальше. А, ты уже здесь? Сейчас я гляну, что там в уголке стоит.
лампы, подставки для телефонов. Action. Камера, accessory kit. Я вам расскажу про него попозже. Я уже взял такой $99. Короче, все, что надо для камеры в одной коробке. Так, а что меня здесь заинтересовало? Меня здесь заинтересовало. Что? А, вот эта вот кнопка, сколько она? 9 футов. 3 метра, что ли, получается. Удлинитель с кнопкой. 3,99. Ладно, идем на кассу. Ну, в общем, что? Больше. А, ты все-таки взяла сок? Да. По доллару получается, да? Маришка зацепила сок. Что у нас получается? 100% апельсиновый сок. Пу-пу-пу-пу. Сколько в нем это самое? Почему я не вижу? А, 1,75 литра. В общем, 1,750 литра, почти 2 литра. Цена доллар. 110 калорий. Не жирные. Есть протеин, витамин С, витамин D, магнезиум, короче, куча всяких витаминов. Но это хороший бренд. Без ГМО. Вот, как-то так. Может, надо было больше его взять? Разные немножко? А, да. Один, наверное, с мякотью, другой без мякоти. Один называется Country Style. Ты взяла 3,1. А один Original с кальцием и витамином D, наверное. Не вижу без очков. Да. Country Style это как? Это, наверное, с мякотью. Да, средняя мякоть на нем написана. А этот, который Original, вот смотрите. Country Style, это который, мякоть у него средняя бывает, очень густая, бывает чуть-чуть с мякотью. А этот почти без мякоти, лау-пау. Ну вот как-то так. Все, идем на кассу. Кассы украсились к Хэллоуину, весь магазин украсился к Хэллоуину. Ну все. Позже скажу, что тут получилось. Можно, в принципе, и так посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Это $99. Это получается $7.99. Клубника сколько? У нас клубника попала, я ее не увидел. 99. 8.99. Сколько банок? 5. 13.99. Получается, продукты 13.99. И не продукты 1, 2, 3, 4, 5. Короче, где-то около 20 это будет стоить. Сейчас лежит на полках около кассы. У нас батончики, потом всякие конфеты, орешки, сушеные фрукты, семечки. Вот эта манго очень сладкая. Вот эта вкусная папайя с ананасом. Очень прикольная. Гумберы там лежат, фисташки, фонарики, часы за $2.99. Кстати, крем, да? Мыло, да. И все это тоже 99 центов, грубо говоря, по доллару. Что у нас с этой стороны? А с этой стороны таблетки от кашля, наушники, всякие канцелярские прибамбасы, маркеры, чтобы на мебелях закрашивать, на мебели, если поцарапались. Вот, резиночки для волос, всякая мелочь, короче. Ну вот, закончили мы с магазином, сели в машину. Значит, вот наш чек, там все прорисовалось, как что получилось. С соком мы ошиблись, он получился по $1.99. Вот, ну, это все равно цена, как минимум, где-то процентов 70, даже 60 от цены Walmart, Costco и других магазинов. В общем, полностью чек получился на 26.41, из 0.48 это на... не продукты, потому что на продукты нет налога. Вот, и значит, да, так я же говорю, что в общем мы купили пром товаров, получается, где-то на $5. Вот 0.48 это на них налог. Значит, получается, на продукты потратили $21-22. Ну вот такой чек. Все, ребята, увидимся.
канал It's My Life. Мы попали в Smart and Final. Так, значит, во-первых, не видно наша тележка, которую мы всегда набегаем. Сейчас мы пойдем, но мы традиционно должны на нее набежать. Вот, потому что это уже традиция, хоть мы на этой неделе уже затарились, как вы видели, выпечкой. Последний набег это было $12. Ну, пойдем оттуда начнем. Мы кондитерки набрали на $12 в прошлый раз. Но мы не на диете. Да, мы не на диете. Мы на кондитерской диете. Да. Нет, мы ведем здоровый образ жизни, и да, и мы иногда балуем себя, иногда можем и рот закрыть. Но тем не менее, медвежьи лапки, вот та большая коробка, она улетела за день просто. Просто улетела, это при том, при всем, что ни Катарина, ни Сашка. Что? Ничего. Ничего? Это вот отдел спиртных напитков вкусных. Не кушали, то есть кушали три лица. Два старших и старший сын. И медвежьи лапки вот такие вот прекрасные. Это ж вот они, да? Да. Только наши были зажаристые. Да. Вот, они улетели. Вот. Но медвежьи лапки по $5 мне не нравятся. Они нам нравятся, когда они по $2.50. Так, ладно, что мы посмотрим традиционно у нас здесь есть сегодня? Так, у нас какой-то есть. Вот такие яблочные какие-то. Фриттерс. Ну, это, короче, яблочные маленькие пирожки. Вот такие печеньки очень классные дети наши любят. Они чуть-чуть похожи на овсяное, но это не совсем овсяное печенье. Но оно прикольное. Вот наша дочь любит вот такой вот коричневый с шоколадиками. Наверное, мы его зайка зацепим, да? Что у нас тут получается? Оно стоило 10,99. Пополам получается пятерочка. Что там? Нет, с изюмом не брать. С изюмом они не любят. Они любят с шоколадиками и не с шоколадиками. Ну и тогда, наверное, все. Да, еще очень вкусный черный хлебушек бывает. Этот не будем брать, он с семечками. Мы любим семечками, но чего-то я тут как-то немножко в больничку попал с семечками. Поэтому решил пока семечки немножко не есть. Да, идем дальше. Наша цель была помидоры. Мы, короче, как обычно, выпечка, ну ладно. Это баловать дочь, а мы за помидорами. Идем за помидорами, смотрим по сторонам. Да? Давай, пойдем выбирать помидоры. Помидоры 4,49 лоток. В лотке. Сколько там у нас в лотке паундов? Вот этот хороший, мне нравится. Покажи. Ну вот такие хорошие помидоры. Вроде не будешь называть. Эти мне не нравятся почему-то. Mm-hmm. Некрасивые. Ну, короче, я верхняя возьму. Ну все. Хорошо посмотрел? Да. А сколько паундов там, напомни мне, это ребята забыли. А вот написано. 5 паундов за 4,49. Ну, допустим, что это 5 паундов за $5, получается полкилограмма, $0.5. Вот. И двигаем дальше. А авокадо у меня есть. Без авокадо, как и без оливок, ни один салат не проходит. Я просто обожаю авокадо. Однажды я увидел, как парень-вегетарианец ест его ложкой. Смотри. И я так смотрел на него, как дикарь, блин, думаю, как он его ест. А потом, когда я его начал есть сам, я теперь не представляю, как я раньше его не ел. А вот, кстати, смотрите, всякие хэллоуиновская выпечка. Сейчас я разверну. Такие вот кексики с привидениями. С пальцем есть. Типа печеньки хэллоуиновские, это тоже хэллоуиновские печеньки, это тортик хэллоуиновский, видите, с тыковками. Вот тут со страшными мышками и котиками, ну как, с веселыми страшными. А вот специально цвет тыквы, рыженькие кексики, рыженькие тортики.
из тыквы и будут, да? Да. Да, вот тут написано 8-дюймовый pumpkin sour cake. Spice cake. Блин, spice написано, да? Да, блин, он еще и остренький, что ли, будет. Такие вот интересные печенюшки. Ну и вот такие можно веселые тыковки браться. Да, дети наши нарисовали. Мы ходили, куда мы ходили там, в наш семейный центр на выходные ходили. Вот, такие сделали сами, что там нашей нету любимой. Пойдем к этой, пошли, может там меньше будет эта очередь. Да, там вообще очереди нету. Ну все, ребята, мы на кассу сейчас расскажем, что там почем, хоккей с мячом. Ну вот, налет на Smart and Final был очень простым и быстрым. Значит, что мы имеем? Помидоры у нас как бы стоили 7,99. Берем коробку и получается 4,49, 3,50 дискаунт. То есть экономия. И печеньки, которые стоили 9,99, тоже 5,50, как я вам показывал пополам. Итого получилось 9,98 за две этих покупочки. Вот. А еще сегодня мы сделали вот такие TBT-тест. Да, вот Маришка хвастается, ей тоже сделали, оказывается. Рассказывай, что это такое, зачем, почем хотеть с мячом. Мы сделали этот тест для того, чтобы иметь возможность посещать все школьные мероприятия, потому что без этого теста вы не можете быть волонтером в школе, вы не можете приходить на детские там утренники и мероприятия. Вот, поэтому мы сделали, чтобы приходить и. И он делается где-то раз на 3 года? Нет, раз в году его нужно делать. Да нет, ну как раз в году, если мой работал в прошлом году? Раз на 3 года? Раз, а я думала раз в году. Ну подожди, я же в прошлом году ездил по нему. Да. А, ну да, ну вообще классно-то. Вот. И стоит этот тест $35 на человека. Да, и потом вместе с бумагой от врача еще заполняется там определенный пакет бумаг, чтобы стать волонтером. И все. И все. Ходите, участвуйте. В мероприятиях. Что еще сегодня интересного было, мы хотим сказать? Что у нас интересно? Все? Да у нас вообще вся жизнь интересна. Все, ребята, но... Тест там делал наш дорогой врач, который постоянно нас спасает. Да. Вы были на канале It's My Life. Увидимся. Бай-бай. Вот. День, оказывается, еще интересный не заканчивается. Мы быстренько сейчас еще идем в Walmart. Нас там ожидают две покупочки. Одна из них – это конструктор для Антошки, который идет на день рождения ему в подарок. Миссия Марс Лего. Вот. И это вот вы видите приложение от Walmart. Сейчас мы нажимаем вот эту синюю кнопочку. У нас спрашивают, готовы мы для пикапа сейчас. Мы говорим да. Опс. И нажимаем еще раз. Вот. И сейчас, пока мы дойдем к магазину, наш пикап будет готов. Приготовят наши две, так сказать, те самые, две наши покупки для нас вынесут. Вот, и мы сможем их быстренько получить. А я вам там покажу, где это и как происходит. Оп, все, пошли. Ну вот, мы уже в Walmart. Значит, вот это место пикапа и дропофа. Значит, это вот люди стоят, которые хотят что-то вернуть. А мы идем вот по этой линии, чтобы что-то забрать. Видите, написано пикап. То есть здесь поднимаем, забираем наши вещи. Вот. А очередь это стоят, чтобы что-то вернуть. Вот, а это Walmart. Приходят, чтобы что-то купить. А вот здесь вот модный парень есть, смотрите. Все, нас позвали, мы идем. Вот эта вот корзина, это корзина возврата. А вот там... Там их делят. Видите, что там написано? Да, мы здесь делят. Вот видите, там написано возврат, например, возврат по какой-то причине, по какой-то претензии. Но как бы Yamaha мы не заказывали, но можем забрать. Значит, первое это корзина возврат по претензии, второе возврат продуктов, третье возврат пары, это типа... вещи какие-то, потом игрушки, электроника, home lines, домашняя линия, какие-то вещи для дома.
все по разным корзинам, и потом вот такие вот корзины полные оттуда вывозят. Ну и уже они идут куда-то, наверное, дальше, их там разбирают как-то. Где-то что-то как-то разбирают. А мы ждем, пока нам принесут наши. А вот эта вот машина, люди засыпали банку денег. Давай нашу принесем. И сейчас заберут бумажные деньги. Машина сама считает денежки. Да? Опс, пришел наш Карабас. Посмотрим, что там у нас. Коробку заберем, хорошую коробку. Нет, не надо. Не надо коробку. Нет, ну может все что-то складывают. Нет, мне наш... ничего не надо. Так, что у нас там в коробке? Оп. Блин, такой огромный наш конструктор. Опа. А вон второй достали уже. Take box? Окей, no problem. Okay. Sign right here for me, please. Не закрывай. Сейчас я тут, вот видите, расписываюсь в каком-то гаджете, что я это получил. Alright, y'all have a good one. Thank you. Так, в общем, ребята, сказали, что политика магазина забирать карабасы домой. Им мусор не нужен. Вот, поэтому как бы вот такой вот карабас, вот такой конструктор Лего. Потом посмотрим его поближе. Сделаем его обзорчик, наверное, да? Да, мы не купили конфеты на вечеринку. Ну и прекрасно, потому что вот лежат конфеты для... Для Хэллоуина я другие хотела. Вон, 4,98. Нам надо купить конфеты на Хэллоуин вечеринку, потому что мы идем... Там не конфеты, а это конфеты. Блин. Ну, короче, заедем тогда за ними. Вот можешь пойти там посмотреть. Нет, тут попкорн, булочка. Мне не нравится такое. Зайка, заедем. Можем с Сашкой взять конфеты. 4,88. Да, вот такие тыквы можно покупать, украшать. Ну, пошли тогда. Машина для изготовления ключей. Вы просто засовываете туда ключик с денежкой и через некоторое время получаете дубликат готовый. А еще там можно сохранить, так сказать, копию вашего ключа в электронном виде. И вы его можете даже заказать по электронной почте, хотел сказать. Да, через интернет, грубо говоря. И просто придете его и по коду по какому-то получите. Он уже будет готов ждать вас. Все, ребята, мы забрали то, что хотели. Идем в машину. Канал It's My Life. Спасибо, что смотрите наше видео. Ставьте колокольчики. Я постараюсь их выпускать сейчас почаще, а то мы немножко зависли. А, кстати, у нас в моду вошли красные диски. Как там в Беларуси, расскажите, есть такое или нет? Блин, я не знаю, как вам показать, на солнце не видно. Но он очень классный, черный, с красной окантовкой. А модно ездить полностью на красных. Рассказывайте, какие у вас тенденции и веяния в автомоде. Ну, в общем, наверное, все. Увидимся. Bye-bye. Наш видос не заканчивается. Мы сейчас еще хотим проверить наши билетики. Мы же должны выиграть миллиард долларов. В общем, делается это вот так. Берется билет и сканируется. Наверное, вот так сканируется машина. Вот как-то так получилось. Мы этим билетом не выиграли. Сканируем следующий. Как на грин-карте пишут, sorry, has not been selected. И вы, получается, не получаете право на получение грин-карты. Поэтому это не так обидно, как с грин-карты. А, мы выиграли 4 доллара. Yes! Yes, где? Покажи. Winner. Отлично, отлично. Держи. Но вот так, пока на вложенные 6 отбили 4. Минус 2. Идем дальше. Сори. Ну, как-то так. Ну,
В общем, получилось так, ребят, я вам скажу. 2, 4, 6, 10. 4 выиграли. 12. 12 минус 4, мы на минус 8. Ну, минус 8 это не минус 12. Идем покупать новый билет. Чтобы купить новый билет, надо иметь найти. $2. Так что ты хочешь? Надо иметь. Во что ты хочешь играть? Powerball или в Mega Million? Mega Million 40 миллионов, Powerball больше 600. Я думаю попробовать. Поиграть в Powerball. Powerball? Ручку стырить. Сейчас пойду спросим. Есть там? Идем искать карандаш. Чтобы запомнить. Есть? Excuse me? Я поищу сумку. Ага. Excuse me? Maybe do you have pen or pencil? Oh, sorry, thank you. Держи, стою перед этими самыми. Пойдем. Короче, пока Маришка будет заполнять наш счастливый билет, я вам покажу, почем золото в 7-Eleven. Вот можно такую цепочку взять, недорого. Недорого, странной цены нету. Ну, точно будет недорого, потому что она не очень широкая. Вот. Такие классные половинские очки с усами. Так быстро? Блин, дай покажу страшную маску вот такую. Ну, это... Так подходи, забирай, сейчас я подойду. Мы пройдемся по 7-Eleven. В общем, 7-Eleven это такой прикольный маленький магазинчик, в котором есть все. Ну, наверное, мы на него потом посмотрим. Пойдем с Маришкой, как она там оформляется, разбирается. Так. Заберем. На, зайка, забирай ты, потому что это твоя удача. Ты молодчинка у меня. Сейчас нам отдадут наши счастливые $4. Мы их сразу, может, вложим. Надо было отметить, где мы это самое. Окей. Okay. Так, подожди, мы же должны как подать. Хватит бумаги. Что мы знаем? Thank you very much. Ну, как-то так. А когда наш следующий розыгрыш? Какого числа? Посмотри на билетики. На билетике у тебя тут. Давайте, которые нужны бумажки сюда. Так тут выбросил. А что у нас здесь? Следующий розыгрыш у нас октябрь 27. Отлично, ждем октябрь 27. И поедем забирать наши миллионы долларов в США. Ну, не знаю, наверное, уже теперь вы на канале It's My Life, и это наше последнее включение на сегодня. Школьный праздник. А, школьный праздник. Ну, это будет отдельный видос. Я имею в виду, что последнее включение на сегодня нашего коротенького, как казалось, видоса, но он получился длинным. Все, бай-бай, ребята. Канал It's My Life. Подписывайтесь. Ребята, никак не могу закончить влог. Короче, прикол какой. Сейчас вот вам покажу. Это моя супруга с младшим сыном. Маришка и Сашка. Короче, мы заходили в аптеку, чтобы купить. Нам надо было лекарство от аллергии малышу взять. И, в общем... Вот это вот первая часть, вот где написано фармация, бла-бла-бла, вот то, что я сейчас вам показываю, это, собственно, чек за лекарство. Так, теперь смотрите. Значит, Маришка 1,64 м, Сашка, я не знаю сколько. Сколько? 20, наверное. Да. Да? Вот с этим вот на этот вот малюсенький чек, вот к нему прибабухали вот эту вот простыню. Вот я вам показываю в полный рост, да? Видите? То есть, короче, грубо говоря, 1,50 м бумаги. Смотрите, что здесь. Выиграй $1000, если онлайн заполнишь там какую-то анкету. Получи экстра бакс. Это так и называется. Экстра доллар, экстра бакс. Значит, подарочных, если ты там что-то купишь. Получи 3 экстра бакса, если ты еще что-то... Извините. Еще что-то купишь. Получи $2 скидку там при покупке того-то чего-то. $5 скидка при покупке чего-то другого. $2 третьего. $2.50 четвертого. $3. 50% скидка.
Так, что тут у нас в конце? Последнее уже я не могу. И 40% скидка. Короче, при покупке каждого какого-то лекарства, там, я не знаю, косметики. Вы свободны, ребята. И еще чего-то. Спасибо за попозировали. Вы получаете вот по этому чеку, вот просто идете с ним и получаете дополнительные скидки. В общем, ну вот такая вот прикольная тема. То есть 1,50 метра бумаги скидок. Ну, будьте здоровы, чтобы в аптеке ходить только за косметикой. На этом сегодняшний влог заканчивается. Вы были на канале It's My Life. До встречи, бай-бай. It's my life, my life. It's my life.